Профиртенфест. В Караганде прошло мероприятие, посвященное новым профессиям века. Фестиваль состоялся в Центре бокса имени Серика Сапиева. Мероприятие затронуло школьников, выпускников высших учебных заведений и всех желающих найти свое призвание. На фестивале для гостей была подготовлена концертная программа и выступление специалистов по профессиям. По окончанию мероприятия был проведен розыгрыш, победители которого получили телефоны, планшеты и ноутбук. Наш фестиваль – это первое в Казахстане мероприятие, посвященное новым профессиям. Мы придумали эту идею для того, чтобы рассказать молодежи, рассказать школьникам, особенно вот учащимся средних и старших классов, которые вот как раз сейчас думают о своей карьере, о каких-то возможностях, о которых они могли не знать или о которых они не знали, где узнать больше. И через фестиваль мы пытаемся показать, что выбор профессии сейчас стал намного шире, новые технологии дают нам новые возможности в профессиональном плане, и не только для карьеры, но и для того, для просто какого-то общего развития, которое может быть использовано просто там в каких-то увлечениях, каких-то хобби.